До 7 лет лишения свободы грозит 18-летней Амичке, которая спровоцировала аварию со смертельным исходом. Из материалов уголовного дела следует, «Лада Приора» под управлением «Юной Автоледи» не предоставила преимущества самосвалу. В итоге произошло столкновение, после легковой автомобиль врезался в частный дом. Двое пассажиров «Лады» скончались на месте происшествия. Прокуратурой Омской области утверждено обвинительное заключение по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы. Расследованием уголовного дела установлено, что местная жительница, имея стаж вождения менее 2 месяцев, управляя автомобилем «Лада Приора» с 2 пассажирами, двигаясь по улице 24-я Северная, приближаясь к пересечению с улицей Герцена, не уступила дорогу автомобилю, двигавшемуся по улице Герцена, в результате чего допустила с ним столкновение. Предполагаемая виновница аварии также получила травмы средней тяжести. Как выяснили следователи, она была трезва. Управляла машиной своего парня. Он и еще одна девушка, которые в итоге погибли, во время поездки распивали спиртные напитки в салоне автомобиля.